Давайте, раз, два, три. Приморье! Приморские мотоциклисты вернулись домой с первенства России по мотокроссу. И не с пустыми руками. Ребята стали вторыми в командном зачете. Все лето вместе с тренером колесили по стране. Несмотря на все трудности, поездка выдалась что надо. От таких летних каникул у ребят остались самые лучшие впечатления. И уже даже знают, чем займутся в следующем году. В коллекции не хватает золотого кубка. Есть огромное желание стать первым. Для этого нужно погружаться полностью в тренировочный процесс, слушать тренера. Ну и должно все получиться. В прошлом году на чемпионате страны ребята стали четвертыми. Улучшить результаты и стать призерами страны помогли не только собственные усилия, помощь родителей и терпение тренера, но и государственное финансирование. В этом году правительство Приморского края обеспечило ребятам такие старты, поэтому их тренера на будущее грандиозные планы. Хотелось бы создать такую структуру в ближайшие годы, которая могла бы работать и готовить смену спортсменов. То есть сейчас на данный момент у нас все к этому идет. Хотелось бы иметь свою собственную базу. У нас вот есть шикарная база в городе Владивостоке для спидвея. Хотелось бы иметь базу и для мотокроссов. Ребята гонялись с 22 июня по 28 августа. За это время они прошли 6 этапов. Победу на первенстве уступили команде из Свердловской области. Но все еще впереди. А спидвейный клуб «Восток» может спать спокойно. У них подрастают достойные преемники.